ванне, да, разделывали? В ванной, да. Сколько лежал там тело, сколько там лежало? Ну, когда начал разделывать, уже ближе к 3 суткам. Я сперва думал, а потом взял и сорвался. Разделали? Да, вот начал попробовать, смотрю, режется. В судоходном канале в районе города Светлого была обнаружена женская голова, члённое тело. Сотрудниками управления уголовного розыска совместно с уголовным розыском города Светлого, совместно с водолазами СОБР Росгвардии в этом же судоходном канале были обнаружены остальные части тела, руки и ноги. Была установлена личность данной гражданки. Впоследствии установлено, что данная гражданка проживала с мужчиной, жителем города Светлого. У него на квартире. В ходе распития спиртных напитков сожитель данной гражданки нанес ей телесные повреждения, придушил ее, после чего расчленил, части тела он выбросил в судоходный канал, оставшиеся части разрубил на мелкие куски и хранил у себя на балконе. Слушай, а что здесь находится? Грудь находится. Правая или левая, не знаю. Точно не знаю, не могу сказать. А чья грудь? Женская. Женская грудь? Да. Откуда вы знаете, что здесь грудь находится? Ну, я сам туда ложу. Не знаю, голову снесло. Мужчина задержан в качестве подозреваемого и допрошен. Дал признательные показания. Сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.